Добрый день, сегодня 4 января, и у меня, как обычно, цветет калина Фарева. Много раз снимал, как-то вот обидно не снять еще раз. Вот. Уже большой куст, уже лет 10 растет, и извиняюсь за задний план в процессе строительства. Так. Я повторяю, что она уже растет много лет, и вот она цветет, скажем так, вот зимой, в момент, когда становится тепло. А если зима холодная, цветет весной. Ну вот сейчас вот она цветет, причем давно цветет, практически всю зиму, но сейчас вот как-то вот спускается. Пахнет корицей. Такое любопытное растение. 4 января. И в принципе, у нее отсюда очень много, она распускает. Даже если она подмерзнет, допустим, будут распускаться новые цветы. Ничего страшного не произойдет. На самом деле у нас были заморозки до минус 8 градусов с ледяным дождем. Это абсолютно не сказалось на цветении, на даже цветы, в общем-то, не пострадали. Видите, сколько бутонов? Они еще все будут распускаться. С каждым годом она цветет все больше и больше. Такое забавное, анекдотичное, можно сказать, растение. Спасибо.